распелась. Певица с Погорелого театра. Правильно, что ну, пусть поет. А девчонки, а давайте все вместе хором. Да, такой жизни только петь. О, стоять. Стоять. Ну, а что в жизни плохого? А что хорошего? Мужики козлы, бабы дуры. Зарплата курам насмех. Ой, погода вообще дрянь. Жаечка, ну улыбнись. Ты такая красивая, когда улыбаешься. Издеваешься. Не пойму я тебя, Машка. Чего ты радуешься-то все время? Да как ты, почему? Вон, посмотри, солнышко светит на стенку, как красиво. Ну, что красиво-то? Снега по колено. Ой, не знаю, я если бы могла, я бы не просто красила бы, я бы еще на потолке облачко бы нарисовала. Делать тебе нечего. Ты нас сама вечно в облаках витаешь. Ну что, артель ударный труд, а? А что встали-то? Давайте Павловичу несите, давно ждем. Давайте, давайте, давайте. 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 Да. Ну что, как работа? Работа кипит. Да, вот ты им скажи, вот подходящая ли это работа для девушек? Ну, если бы я был бы президентом, я бы всем красивым девушкам запретил бы работать. А некрасивым. А некрасивых не бывает. Да уж прям не бывает. А, понятно. Да. Пока. Ты где была? Ты где была? Ты, Машка, на Серегу ты не заглядывайся. Я видал, какие фифы нравятся. Да я не заглядываюсь. Ну да. То я не вижу. Вон и сохла вся. Он бригадир, красавец. Да знаю я. Знаешь что? Лешек, выручит из зарплаты, а? А, Мильк, каждый месяц одно и то же. Ну, я же в срок отдаю. Че? В срок отдаю. А, ну это да. Странно только как-то, знаешь. Либо у тебя траты больше, чем надо, либо зарплаты меньше, чем надо. Да не, нормально у меня зарплата. Че? Просто у меня годовщина с Лизой. Хочу ей, ну, какой-нибудь сюрприз сделать. А, ну и сколько ты планируешь разводить этот романтизм? Тысячу, да? Че, уложишься, что ли? Ну ладно, не перевелись еще романтики на земле. На, держи. 1200. Спасибо. Спасибо. Всем привет! Игорек, фу на тебя! У меня чуть инфаркт и миокарда не случился. Знаю, знаю, что не красавец. Ну что уж, такой страшный. Такой внезапный. Привет, Маш. Привет. А давай сегодня в кино пойдем. Ой, я сегодня не могу. И вчера не могла, и позавчера. Понимаешь, то одно, то другое. Сегодня Рая попросила с детьми посидеть. Да? Ты мне, Машка, с толку не сбивай. У меня сегодня личная жизнь решается. Рая, совесть имей. Ай. У тебя каждую неделю личная жизнь решается. И каждый раз с новым претендентом. А что делать, если вы мужики такие? Какие такие? А вот такие. Шуры-муры-то разводите. А как только про моих двойняшек узнаете, так сразу в кусты. А? Ну ничего, я надежды не теряю. Зато я теряю. Из-за твоей личной жизни мы с Машей уже целый месяц не можем в кино попасть. Ой, кино в мире еще делать не перестали. Так что на ваш век хватит. Маш, давай завтра. Завтра? Да. Ой, а я Юле пообещала помочь генеральную уборку сделать.
может, после, завтра. Ну, давай. Ты только не обижайся. Да я не обижаюсь. Что, я тебя не знаю? Тебя же хлебом не корми, дай кому-нибудь помочь. А некоторые вот пользуются. Ой, совестить меня еще будешь. Ладно, чао, какао. Пока. Ты, Машка, не особо-то ему доверяйся. Знаю я его. С бабкой своей старой. Вот в такой квартирке живет. Ну ты откуда знаешь? А я все знаю. Я про всех мужиков справки навожу. На всякий случай. Ой, Рая. А что ты? Что ты смеешься-то? Он на квартиру твою целится. Ну что ты в самом деле? А что в самом деле-то? Ты меня слушай. Я жизнь-то знаю. Кто тебе еще подскажет, кроме меня, а? Пока. Ну что, по домам? Слушай, Митя, у меня такое дело. Надо проект подписать. Ну, заказали вам консультационное сопровождение для согласования в горсоруправлении. Там архитектор мутный, понимаешь, и не хочется подставляться. Так ты оставь, я завтра перепроверю обязательно. Слушай, мне надо сегодня, я обещал. Олежек. Но только не сегодня, ладно? А потом мне еще вот, три проекта. Не сегодня, так не сегодня, не можешь. Ладно, я завтра сам попробую. Правда, к своим не успею на ночь съездить. Ну, ладно, спасибо. Ну, ладно, ладно. Чего ты обижаешься сразу? Прям сразу обижаться начнет. Ну, надо сегодня, значит, сегодня сделать. Спасибо. А насчет денег не волнуйся. Отдашь, когда будут. Так. Вот деньги я верну в зарплату, как обещал. Все? Ну, а я сказал, отдашь, когда будут. Спасибо. Я к тебе. Ну, я к вам. Дядя, ты будешь с нами играть? Дядя, ты будешь с нами играть? Я? Ну, в общем-то, я для этого и пришел. Куда вы меня? Подождите, я же не разулся. Ребят! Ура! Куда вы меня? Ну какой ты дешевый, трепью просто. Жизнь проходит мимо просто. Алло! Что? Мить, ты каждый день задерживаешься на работе допоздна. Да. Я не знаю, может, мне зарплату за это хотя бы прибавят. Да. Ничего. Мне совершенно нечего носить. Ой, ну только вот этого не надо. Да, может быть, ей все равно, во что я одета, а мне нет. Можно? Так, мы еще не спрятались. Считайте до 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Помедленнее. Кто не спрятался?
мы не виноваты. Спасибо, что пришел сегодня. С тобой гораздо веселее. Я тоже рад, что мы все-таки провели этот вечер вместе. Ты что? Маш, извини. Так вот зачем ты? Я думала, ты просто друг, а... Ага, папай! Игорь водит! Игорь не водит. Игорь уходит. Иду. Ты одна? А где дядя Игорь? А дядя Игорь ушел. Ну вот. Лисочка, я уже домой иду, все. Ну не ругайся. А я холодные котлеты очень даже люблю. Все, целую. Мамочка, привет. Ой, ну близнецы Раисины. Такое хулиганье. Представляешь? Вышел на минутку поставить им кашу на ужин. Они кошку красками разукрасили. А еще, представляешь, Игорь пришел. Я вообще от него такого не ожидала. И что теперь с ним делать? Ума не приложу. Алло. Краснова Мария? Это я. Хорошо. Велели завтра прийти в городской юридический центр. А зачем? А я бестолковая такая, даже не спросила. Ой, а вдруг что случилось? Здрасте. Здрасте. Вы извините, мне сказали прийти. К Матвею Марковичу? Я Маша. Краснова. Краснова. Угу. Можно? Здрасте. Вы извините, я с работы только. У нас обед, переодеться не успела. Документы принесли. Да, да. Ой. Вот, все документы. А зачем это вам? Вы что, ничего не знаете? Чего не знаю? Вы получили наследство. Я? Наследство? От кого? С
луны свалились. Или прикидываете? Лисенок, я уже дома. Цветы, вино. Ты уже знаешь? Конечно, знаю. 5 лет назад, именно в этот день, мы с тобой познакомились. Я забыла. Ну вот. Пойдем, что я тебе покажу. Ты это видел? Папа. Мить, ну ты понимаешь, что это значит? Да. Конечно, понимаю. Я теперь круглый сирота. Митя! Это значит, что мы теперь богатые. Ну что ты на меня так смотришь, Митя? Ты единственный наследник. А у них столько всего. Папа лауреат госпремий. Там особняк набит антиквариатом. Ну, Мить! Это все знают, это я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Только никакой не наследник. Наследник, наследник, наследник. Я же отказался от всего. Как? Когда? Ну, когда порвал с отцом 20 лет назад, я у нотариуса заявление оставил. Это правда. Ничего не сказал. Зачем? Это же было в моей прошлой жизни. Лиза. Ну ты отказался. Детей других нет. Кому это твое наследство тогда? Не мое, Анна. Ну, хорошо, не твое. Кому это наследство достанется? Откуда я могу знать? Ну, государство. Вот. Никуда, значит. А мне все равно. Это я слышала уже. Зачем ты с отцом поссорился? Мама тогда заболела сильно, долго по больницам лежала. А он, представляешь, он даже навещать ее забывал. А потом я узнаю, что, оказывается, у него давно уже молодая любовница. Вот так. А когда мама умерла, а он на следующий день на свидание пошел. Вот этого я ему простить не смог. А она? Ну, любовница эта. Она тоже, что ли, на наследство претендует? Не думаю. Ну, во-первых, он на ней не женился. Он же не... А во-вторых, почему тоже? Я же не наследник. Я же тебе объяснил, что Митя, я официально отказался от наследства. Такая мелочь. Мелочь? Подожди. По-твоему, предательство – это что, мелочь? Все понятно. Ты сказал отцу, что он предатель, и он сказал тебе, что ты неудачный, боже мой. Ты ему ответил, что тебе от него ничего не надо, что ты сам все заработаешь. Понятно все. Ты моя проницательная. Нить. А любимая. 20 лет прошло, 20 уже, все можно было… Все! Вот.
Я тебя очень прошу, давай закроем эту тему. Пожалуйста. Я и не знала, что так люди живут. Думала только в кино про графов. Теперь вы сама, как в кино про графов. Пожалуйста. Что, мне теперь можно здесь жить? Ну, хотите, живите. Хотите, продайте. Что хотите, то и делайте. Единственный момент. По закону, в течение полугода после смерти наследователя, другие наследники имеют возможность оспорить ваше право наследования. Но, насколько мне известно, других наследников нет. Ваш отец ведь отказался от своего права? Да все равно, он давно умер, когда я еще не родилась. Ну, почему же? Живет и здравствует Дмитрий Анатольевич Черновицкий. Как? Мама говорила... Ой, простите. Кажется, я раскрыл семейную тайну. Папа... жив? Почему отец столько времени не давал о себе знать? Да, мужики, они все такие. Сделал дело, слезай с тела. Угу. Мама почему-то говорила, что он умер. Ну да. А лучше было бы тебе знать, что он тебя бросил, родимый. Да нет, может, это какое-то недоразумение. А может, он не знал, что мама ждет ребенка и уехал в далекую экспедицию. Угу. А потом, например, потерял адрес или... Или память. Сейчас это сплошь и рядом. Ты в облаках не витай. Девочки, я должна его увидеть. Ну вот, вот объясни мне, как нормальному человеку. Зачем? Ты вот 20 лет не видела. Да как же вы не понимаете? Я думала, что я сирота, а теперь... А что теперь? Ну что теперь? Ну, я не сирота. И толку что? Что этого папашки-то хорошего видала? Да нет, он не такой. Ну, я хотела сказать, наверное. Ты хотела сказать, наверное. Ты его никогда не видела. И не надо. Девочки, ну он же мой папа. Не буди лихо, пока оно тихо. Ну, хорошо, он про твое наследство не знает. А узнает, оттяпает у тебя. Ну, ты вообще соображай. Девочки... Ну что мы все, папа да папа? Ну, наследство, это ж как прекрасно! Я вот, например, вообще поверить не могу в это. Ей-богу, да? Если честно, то я тоже. Слушай, Машка, а тебе это вообще не приснилось? Всем привет! Привет, Игорек! Какие люди! Привет, Маша. Все, Игорек, потеряли мы Машку. Не твоего полета теперь птица, богатая невеста. В смысле? Рая. Чего? Не слушай ты ее. Ну, знаешь что, слушай, не слушай, а Маньку мы потеряли. Да? Факт, да. Девочки, ну что вы такое говорите? Юлечка, Раечка, вы же мне как сестрички. Я вас так люблю. Давайте устроим новоселье. Хоть сегодня вечером. А давайте. Давайте, да. Давайте. Я вас всех приглашаю. Всех? Ты, Игорь, тоже приходи. Товарищи, это счастье какое, а!
по этому поводу предлагаю выпить, не задумываясь. Так? Слушай, там, наверное, красота какая, да? Слушай, ну посмотрим, как буржуи живут, а? Ну, поехали! Рядом! Сереже тоже надо сказать. Вот видишь, где нам довелось встретиться. Может быть, там, с мамой, вы будете вместе. Здравствуй, дедушка. Что, ну-ка? Надоело все. Все это Митя, что ли? Ну, а кто еще-то? Я в этот город этот, из своей деревни зачем ехала? Замуж перспективно выйти. Девушка, вы разговариваете или работу работаете? А мы не работаем, что ли? Мы работаем. Господи. Два пирожка, капуста, гречка. 15.70. Слушай, Лиз, а поехали, может, в Москву, а? Там знаешь, какие мужики перспективные? В Москву все едут, девушка. Пробейте. Гуляш, булочка и компот. 18 вот. Рублей. Вот именно. Что там в этой Москве делать-то, Кать? Без связи, без денег. А тебе вообще кто сказал, что это Митя перспективный? А я про родителей его узнавала. Думаю, задружусь с родителями. Я же со всеми вообще язык могу найти. Ну что да, то да. Кать, пойдем поговорим куда-нибудь нормально. Здесь же вообще общаться невозможно. Ну а кто за меня работать-то будет, Лиз? Ну ты чего? У тебя хоть какой муж есть, а у меня никакого. Девушка, давайте я буду вашим мужем. Правда? Как вы мне надоели все. Ужас. 17 рублей. Заигрываться с тем, кто вот вторую тарелку борща у вас съест. Да это у меня аппетит хороший. 15 рублей. Спасибо. Ну чего ты успокойся, Лиз? Да все нормально. А с этим это, что с отцом-то, с этим Митиным? А ничего. Вижу, они вообще не общаются. 20 лет уже. Ну ладно, ну чего, подождем. А тут узнаю, что он болеет. Отец Митя. Газету открываю. Кать, а он умер. Катя, тебе честно скажу. Грех, конечно. Я прям, когда эту газету увидела, прям затанцевала вся. Лиз, ну что? Лиз. А Митя приходит и все. И все. 5 лет жизни. 5 лет жизни коту под хвост. Ну а что делать, Лизонька? Ну, что поделаешь? Ну, не вышло. Ну ничего, все будет хорошо. Не вышло? Это у меня-то не вышло.
Здравствуйте. Матвей Маркович, если я не ошибаюсь. Ну, вы-то не ошибаетесь. Я вот что-то не понимаю. Вам назначено, вас секретарь пустила? Вы считаете, что меня можно было не пустить, да? А конкретнее? Я Лиза. Ну, жена Дмитрия Анатольевича. Черновицкого. А, тогда понимаю. Вы должны мне помочь. Я даже догадываюсь, в чем. Приятно иметь дело с умным человеком. Понимаете, у моего мужа старомодные представления о жизни. Я сочувствую, но оспорить завещание может только он сам. Сам? Да ладно, нас он... Его когда дома нет, я сама курьерские ведомости подписываю за него. Ну, значит, курьеры не так дорожат своей работой, как я своей лицензией. Да кто узнает-то? Вам перечислить список организаций? Я вам заплачу. Много заплачу. Вам вообще известны размеры наследства? Я вам отдам 20%. Извините, у меня сейчас клиент по записи. 30. Когда будете уходить, пожалуйста, дверку плотно прикрывайте, то у нас тут сквозняки дуют. Больше 30, что ли? Это грабеж. Ну хорошо. 35. Люба, там по сделке уже пришли? Угу. Приглашай. Ну и прекрасно. А потом будете локти кусать сидеть. Елизавета, извините, не знаю, как у вас по отчеству. Андреевна. Вы телефончик оставьте, ну, на всякий случай. Может пригодится. Здрасте. Вам кого? Я ваш адрес взяла у Матвея Марковича. Я дочь Дмитрия Анатольевича Черновицкого. Он здесь живет, я не ошиблась? Дочь? Какая такая дочь? Я ни про какую дочь не знаю. Я думаю, папа тоже не знает. Понимаете, так получилось. Я не знаю, как у вас там получилось. Только нам никаких дочек не надо. Да, я просто познакомиться. Мне тоже ничего не надо. Так я и поверила. А зачем вы так говорите? Вы же меня не знаете. И я вас не знаю. Мне папа нужен. А ты ему не нужна. Как это не нужна? Он же мой папа. Ну, во-первых, это не факт. У нас как наследствие объявили, у нас дочки так косяками и ходят. А во-вторых, если бы ты ему нужна была, он бы сам тебя нашел. Так что ты сюда не ходи. Поняла? Лизонька, кто приходил? Соседка.
Ключ оставила. Ужин почти готов. Я жду тебя, дорогая. Спасибо, милый, я лучше полежу. Так может, я ужин в постель принесу? У меня, Митенька, что-то совсем аппетита нет. Что ж ты у меня совсем расклеилась, а? Может, врача вызвать? Я схожу. Завтра. Если смогу встать. Мне так грустно, что я тебя не могу покормить. Ты все сам. Как холостяк какой-то, да? Ты даже не думай об этом. Главное, чтобы ты поправилась. Спасибо. Рай! Ну? Ну вот слушай. Ну что за несправедливость? Что такое? Ну вот почему, например, у меня не появился какой-нибудь богатенький дедушка? Или у тебя? Да, мне бы такой дедуля. Сейчас бы был в самый раз. Да? Ну, я бы тогда не думала, вообще голову себе не ломала. Как своих спиногрызов-то на ноги поднимать. Да? Не говори. А Машка-то что? Она всем довольна. Да? Ей все нравится. Мань, это что, Мишкин, что ли? Шишки в лесу? Или наоборот? Я хочу нашему городскому музею картины подарить, чтобы все могли увидеть. Ты что, с ума сошла? Это же миллионы стоят. Да миллионы — это бумажки. А так людям радость. Да, Мария. Странный ты человек. Если все это по уму продать, то сколько же это? Да тут еще в стенке сейф с драгоценностями. Бабушка бриллианты и изумруды собирала. Такие красивые. Починил. А там проводка была старая, но теперь все в порядке. Спасибо. Да я еще приду, на втором этаже вообще нужно все поменять. А я тоже проводку умею чинить. Да, да. Держи. Ой. Маша, ты меня извини за тот случай у Раи дома. Ой, да я уж забыла. Забыла? Ну, в смысле, не обижаюсь. А. Маша! А. Маша! Ты что, золото, что ли? Откуда я знаю? Давайте все к столу! Садись. Ага. Садись. Ага. Ой, Маша. Так, садись. Ой, спасибо. Так, опа. Давайте за дружбу. Да что там за дружбу? Дай, Машка, за тебя. Да, и чтоб друзей не забывала. Ой, я сейчас. А. О, хлеб. Сергей, дай посмотреть. На. Надо же. Такая тонкая работа, да? Ага. Это, Раечка, тебе. Ого! Ой, это, Юлечка, тебе. Мне? А что ты все раздаешь направо-налево-то, а? Кто это тут направо-налево? Обалдеть! Это мы-то направо-налево? Сам ты налево. Ребята, чтоб я жила всю жизнь так. Спасибо. Ну ладно, давайте. Здоровья. Ну, давайте. С новосельем. Ну, ура! 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 Ура, ура, ура! Ты представляешь, сколько у Машкиной бабки барахла. Ты представляешь? Если она просто так все раздаривает. Не, и главное же, что какие-то отбросы. Ну, это ж поди даже не бриллианты. Ты че? Какие бриллианты? А че? А че? Богатые, не знаешь, какие жадные. Вот ведь раньше строили, а? На века.
Я смотрел сегодня на чердаке, там перекрытие так хитро сделано. Да, сейчас с замашкой такая охота начнется. Да, надо ей посоветовать, чтобы она в милиции обязательно дом на охрану поставила. Да я не про это. Сейчас вон женихи все налетят. Ну, кому она раньше была нужна, а? А сейчас вон другое дело. Ну, почему это никому? А меня кто-нибудь проводит? А что, сомневаешься, что ли, а? Нет. Нет? Нет, сомневаюсь. Ну, счастливо. Ну, я счастлива, да. Пока. Ага. До свидания. До свидания. Поешь. Что сказал врач? Что-то со щитовидкой. О, Господи, а как лечить-то? Не знаю. У нас не лечит. Надо в Европу ехать. А это срочно? Митя, какая разница? Это очень дорого. Но все равно таких денег нет. Да. Ну, ты не нервничай, ладно? Я обязательно что-нибудь придумаю. Вот увидишь, я придумаю. Мить! Да. Я в тебе не сомневаюсь. И узнаю, можно ли под залог нашей квартиры взять кредит на лечение. Мить. Главное, твое здоровье. Мить! Митя! Да. А как там твое наследство? Хватит об этом. Даже не волнуйся, я все придумал, я все сделал. Как надо. Да ладно, Митя. Дальше помогу. Фу! Фу, я сказал, свои. У меня какая-то друган занимается кредитами. Ну, приедет, посмотрит квартиру, оценит. Все будет нормально. Спасибо, Олег. Ты настоящий друг. Да ладно, вот все сделаем, тогда и будешь благодарен. Все равно спасибо. Ну, да. Слушай, а ты как отдавать-то будешь? Там ведь все строго. Ну, фу, я сказал, свои. Если вовремя не заплатишь, так ведь квартиру отбирают. Прописывается жилье в общагу и привет. Ну, а я буду много работать. А-а. Ты же мне поможешь с заказом, да? Ну, это... Ну, Фоська! А, Муся, ты... Ну, сейчас, сейчас, все, я заканчиваю, все. Пока. Давай. Я на другой объект прихожу. Жалко. Теперь еще когда увидимся? Ну, можем хоть каждый день видеться. Лишь бы у тебя время было и желание. Например, в кино ходить. Пойдем в кино. Правда? Пойдем. Давай. Ой! Ой, Раечка, привет! Начальство приходило. Я сказала, что ты за красками пошла. Маш, так я позвоню? Ну, ну пока. Раечка, ты чего? С детьми все нормально? Сирай, что случилось? Из дома нас гонят. Кто гонит? Почему? Ваське, мужу моего бывшего родня. Он на север подался.
тащи теперь его с вещей. Мамаша его пришла и сказала, давай выметайся со своими довесками. У него младшенький женится, квартира нужна. Как же так? Детей не имеют права выселять. Ну да, детей не имеют права выселять, да. Мы же там не прописаны. Мы же у родственников моих прописаны в деревне. Будем теперь бомжами. Серачка, ну не переживай, ну все еще наладится. Ну что наладится-то? Ну что наладится? Мне ж как тебе-то, наследство не упадет. А вы идите и в мамину квартиру живите. Это как это? Да очень просто. Ну я ведь теперь могу у дедушки с бабушкой жить, а ты с близнецами в маминой квартире. Переезжайте и живите. Ты нам сдаешь ее, что ли? Господи, да бог с тобой сдаешь. Просто живите хоть до старости. И платить ничего не надо. Машка. Ой. Машка. Машка. Ой, мама. Ой, мама дорогая. Ой, мама. Ой. Ну, вроде все затащили. Ну вот, живите счастливо. Машка, я же не думала, не гадала, что вообще такое возможно. Машка, спасибо тебе, большое спасибо. Ну все, все, хватит. Давай вещи свою разбирать. Давай. Ой. Маш, я тебе знаешь, что скажу? Слушай, давай сюда. Чего? Слушай, не могу я здесь жить-то. Почему? Ну как почему? Ни детей в школу устроить, ни врача не вызвать. Ну с Жека замучают. Что, без прописки тут живете-то? Ой, да. А я как-то не подумала. Ага. А что ж делать? Я не знаю. А, так надо эту квартиру на тебя оформить. Да ты что? Да ты что, Маша? Да ты столько для нас сделала, ты что? Ну что ж, значит, надо доделать. Я у нотариуса спрошу, как оформить. Ну, о, то ли как будто я тебе подарила ее, то ли как будто ты у меня ее купила. Машка. Маша. Спасибо тебе большое. Я тебе тоже обязательно когда-нибудь, чего-нибудь, где-нибудь помогу. Ну, с ковром там поаккуратней. Спасибо тебе. Спасибо, родная моя. Спасибо. Ой, да ладно тебе. Вот. Ключи держи. Ой, ты прилип, что ли, здесь? Пошли обедать. Олег, я попозже. Сейчас закончу. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Господин Черновицкий, здравствуйте. Простите, а мы знакомы? Ну, я вас сразу узнал. Как это? Узнали? Вы очень похожи на своего отца. Что вам нужно? Позвольте представиться. Заведующий отделом новостей газеты «Вечерние новости» Марат Сергеев. Очень приятно, чем обязан. Ну, не будем ходить вокруг да около. Перейдем сразу к делу, так сказать. Меня интересует история вашего конфликта с отцом. Сегодняшнему читателю интересны семейные драмы? Я вам ничего рассказывать не буду. Забыл вам сообщить. У нашей газеты очень хорошие спонсоры. Мы платим за материал.
я памятью не торгую. Это мое. Ну зачем так высокопарно? Ну, это же просто интервью. Уходите. Ну ладно. Но я же все равно напишу об этом. Так что лучше, если бы эту историю я узнал именно от вас. Как вы поссорились? А почему вас отец лишил наследства? Да никто меня не лишал наследства, поймите. Я сам отказался. Поподробнее, пожалуйста. Поподробнее, пожалуйста. А куда мы идем? А, понимаю, понимаю, господин Чернайский. Приятный аппетит. Митик, тебе вроде деньги нужны были. Ну, конечно, нужны. Но не таким же способом зарабатывать. Какая разница, как? Как тебе объяснить? Слушай, по-моему, ты все усложняешь. А может, ты прав. А, здрасте! А где бы мне Марию Краснову найти? А вы уже нашли? А вы кто? Да, что-то не похоже. Ну, хотя что-то общее есть. С кем общее? Я корреспондент газеты «Вечерние новости». Мы хотим сделать о вас репортаж. Ой, извините. Вы что, какой репортаж? Что обо мне писать? Я простой штукатур. Вы наследница. А про наследников сейчас интересно всем. На, полюбуйся. Наследница. Самозванка. Как же так? А я не знал, что у меня есть дочь. А значит, не очень ты ей нужен был. Ну, может, и она не знала про меня. Захотела бы, узнала бы. Не маленькая уже. Нет. Ну, а почему Лена не сказала, что она ждет ребенка? Лена? Ну, Лена. А что бы это изменило? Ты на ней женился бы, да? А на меня тебе наплевать! Ну, Лиза, ну при чем здесь ты? Я сейчас о дочери говорю, ну. Мне все ясно! Мне все ясно! Лизонька, тебе нельзя нервничать. Я просто не могу так жить! Я не могу так жить, когда вот... Когда тебя обманывают! И потом. С чего ты взял, что это твоя дочь? Ну, с чего ты взял, что это... Значит, все, ну давай больше не будем об этом, потому что... Ты только нервничаешь, а из-за тебя я начинаю нервничать. А когда я нервничаю, я правда нервничаю. Кстати, вопрос с кредитом уже решен. Да не нужен нам этот кредит, Митя! Ну не будь ты упрямцем, ну это невозможно. Ты как маленький ребенок, я тебе говорю, ты взрослый человек. Вот именно. Поэтому я несу ответственность за свои поступки. Ну почему? Похоже. Это же вы! Я? Ну вообще-то я, это я. А в каком смысле? Да мы там на стенде пойдемте посмотрим. Смотрите, это же вы. Смотрите, это она. Она. Нет, да это вы. Не я, правда, это вы ошиблись. Это же она была. Ну, привет, Маш! Ой, а мы разве знакомы? Да тебя все знают. Слушай, такая тема. Клуб ветеранов спорта очень нуждается в спонсорах. Поможешь? Ой, вы знаете, я как-то в спорте не очень. Нет, ну,
Ты подумай, реально, ребята нуждаются в деньгах. Я подумаю. Эх ты, Маша. Уходит. Маша, подожди. Маша, подожди. Маша! Здрасте. Здрасте. Маша, а вам сразу видно, что вы добрый человек? Вы меня уже знаете? Конечно. Да кто же вас не знает, Маша? Мы пришли просить вас о помощи на строительство городского приюта для животных. Минуточку. Вот. А 5-го еще зарплату получу. Мария? Наконец-то я вас дождался, Мария. Вы кто? Вы тоже из благотворительного общества? Нет, Мария, я сам по себе, Мария. Я тоже наследник дворянского рода, только очень обедневшего, Мария. И у нас с вами много общего, Мария. Я читаю в ваших прекрасных глазах, вы моя судьба, Маша. Маша, да не ваша, и не чья я, а своя, собственная. Да отстаньте от меня все. Все. Привет и до свидания. Эх, Маша. Ну ладно, ладно. Может, еще мороженого? Да нет, ели уже. А может, тогда воды? Нет, Игорек, спасибо. Тебе с 7-го ряда будет нормально видно? Ну, конечно, близко ведь. Может, слишком близко? Хочешь, я могу поменять билеты? А? Хочешь? Успокойся. Все хорошо. Правда? Тебе хорошо? Игорёша! Игорёчек! Подожди! Сейчас, прости. Конечно, конечно. Слушай, хорошо, что ты мне сказал, что ты в кино идешь. Да, кинотеатр у нас один. Тетя Валя, вам что-то помочь? Ага. Давайте я завтра подойду. Слушай, только что у бабушки скорая была. У нее этот, как его... Господи, ты боже мой! Что? Кризис! Кризис гипертонический? Да, он самый. Вот, и я с неба посидела, да мне в ночную. А врачи сказали, наблюдать надо. Да, я понимаю, вот. Я понимаю. Игоречек, я понимаю, вижу, дело молодое, но бабуль-то одна у тебя. Хорошо, тетя Оля, вот, вы не волнуйтесь, вы идите на работу, я сейчас домой пойду. Я пойду. Игорюша, бабуля без присмотра. Я понял, тетя Валя. До свидания. Пошла я. Что-то случилось? Да нет, ничего. Ну, я же вижу. Мне нужно идти. Соседка приходила и сказала, что бабушке давление поднялось. Там скорая приезжала, так что... Господи, ну, конечно же, иди. А в кино мы в следующий раз ходим. Да. Теперь ты меня никогда не простишь. Ну, что ты, глупый. И больше не захочешь со мной никуда идти. Ну, ладно. Не был счастливым, нечего привыкать. Так, подожди. Пошли. Куда? К бабушке. Пойдем, пойдем. Одна надежда у меня на этого нотариуса была. Кать. А он что-то не повелся. Девушка. У меня щи... Котлета, гречка, булка. Я здесь не работаю. Закрыто. Значит, ты его не замотивировала. Так, 10 минут. Чего?
У нас на курсе секретарш психологию читали. Самое главное для человека – это мотивация. Но чтобы он понимал, нафига козе баян? Вот вы и шли бы в секретарше. А раз вы здесь работаете, читайте, пожалуйста. Слушайте, дайте договорить, что за люди-то, честное слово. Кать, я ему прямо сказала русским языком. Вы, говорю, на этом заработаете. Значит, неправильный мотив. Девушка! Да что орать-то? Дайте, пожалуйста, жалобную книгу. С вас 47 рублей. Кать! Откуда я знаю, правильный мотив или неправильный? Я в мозги-то не залезу. Лиз, а в мозги лезть не нужно. Ты же у нас красотка. Вот теперь мне и умирать не страшно. Да что вы такое говорите? Давление нормализовалось. Сейчас вот вы примите еще лекарства, поспите и... Спасибо. Вот и увидел, боженька, какой у меня Игорек-то хороший. И послал ему тебя. Только ты уж, девонька, ты его не бросай. Ладно? Чтоб я знала, что он в хороших руках. Да я... Принес. Держи. Пока. Что-то вы, Лиза, ко мне зачастили. Просто вы мне показались таким понимающим, таким... Редко встретишь человека, с которым хочется поделиться. Поделиться? Наболевшим. Что-то я, честно говоря, пока не очень понимаю. Лиза, а хотите чаю? Извините, мне нужна Садовая, 20. Не подскажете? А вот этот дом. А, спасибо. Мамочка, тебе здесь нравится? Я к вам. Ой, проходите. Здрасте, здрасте. Я из областной газеты. Хочу взять у вас интервью.
Ой, опять интервью. Мне кажется, я ничего выдающегося не сделала, чтобы обо мне печатать в газетах. Поэтому, пожалуйста, не надо. Не надо у меня брать никакого интервью. Отказываетесь? Да. Мне тогда выговор влепят. И зарплата у нас построчная. Ну ладно. Ну что делать? Проходите. Привет, Маш. Ой, привет. Ой, улыбаешься хорошо, как это... Джоконда? Да не, ну как в этих журналах-то? В каких журналах? Да неважно, все равно их не читаешь. Мах! Это, ну... Вот, это те. Дорогущий! А? Ничего себе! Ага. Ну, бери. Ой, а у меня ведь пирог в руках. Я для всех испекла. А, ну, я это, на обед приду, а? Да. Ты мне кусочек-то оставишь, а? Конечно. Ну, давай. Спасибо. Ага. Девчонки, а я вам пирог принесла. А чего это она? Знаешь, Машка, из тебя Бог однажды макушку-то поцеловал. Это еще не значит, что ты его за бороду схватила. Чего? Да ничего. Рай, это что, из-за того, что мне Сережа цветы подарил? Так я сама не знаю, чего это он. Представляешь, я 20 лет не был на этой улице. Стороной обходил дом. А дом все тот же. И палисадник тот же. И вообще... А ты меня слышишь? Я тебя прекрасно слышу. А ты меня вот услышать не хочешь. Так, если ты о наследстве, я вообще не желаю больше на это. Не кричи на меня. Прости. Я просто опаздываю на работу, а когда опаздываю, я нервничаю. Кстати... Ты не знаешь, где мой проездной? Как обычно, в кармане. Угу. Ну ладно, я пошел. Прости меня. Ты что же думаешь, если ты богатенькая, значит тебе все можно, да? Я правда, я не хотела тебя обидеть. Да пусти ты меня вообще! А ты знаешь? Ты знаешь, что бывает к тем, кто парней уводит? Ты знаешь, я тебе расскажу, что бывает. Ты что думаешь? Ты богатенькая, тебе все можно, да? Можно всех подкупить, и Раису, и Серегу, да? Так?
Тихо, у меня правда такого даже на уме не было. Так что себе поверить, миленькая моя! А ты тоже хорош, предатель! Стал вокруг нее бегать сразу, конечно! У Юлика же нету богатства! У Юлика же нет, да? Пусти меня вообще! Рай, ты тоже так думаешь, что я тебе купить хотела? Нет. Нет. Девушка! Девушка, куда вы ешь? Что у вас происходит? Так в чем дело? Я хочу отказаться от наследства. Лиз, ну что, так и будешь молчать? Неужели какое-то наследство для тебя дороже, чем наши отношения? Алло. Узнала? Лиза, я провел некоторую работу по вашему предложению. Есть перспективы? Да. Вы меня правильно поняли. Я думаю, можно будет даже обойтись без подписи вашего мужа. Моя доля 40%. Нет. Торг здесь неуместен. Лизочка, что-то случилось? Ничего не случилось. Да? Все хорошо. Все очень-очень хорошо. Ну, подожди. А ты на меня, значит, не сердишься? А, нет. Ну ничего, поживу у Раисы. Я в одной комнате, а она с детьми в другой. В тесноте да не в обиде. Уж лучше так. Зато никто упрекать не будет. Ну чё, пустишь? Ой, проходи, конечно. Тяжко на душе, Маш, да? Зачем они так? Я ведь от всей души. Верю, Маш. Верю. Знаешь, как обидно.
было, когда Юлька сказала, что я с тобой из-за вот этого твоего наследства. Да зачем мне все это надо? Зачем? Ты мне понравилась. Как человек, Маш. Не веришь? Извини. Извини, Маш, не сдержался. Извини. Как же ты теперь с Юлей? Ты что, поверила, что я с Юлей встречался? Так все думали. Нет, Маш, не такая, как Юля, девушка мне нужна. Не такая. Мне нужна добрая, честная, порядочная. Ну вот ты, понимаешь, ты мне нужна. Люба, приглашай следующего. Я же сказал, я позвоню, когда... Матвей Маркович, я не нахожу понимания у мужа, а вы... Жорка. Я не знаю, может быть, вам неудобно здесь разговаривать. Мы могли бы где-нибудь встретиться. Лиза, я ценю свое время. Говорите сейчас, что вам нужно? Я тут подумала и решила, что 40% это много. Я согласна на 30%. Поэтому вы решили меня соблазнить, чтобы изменить наши условия. Да. Я чай принесла. А что ты здесь делаешь? Так, только здесь можно телевизионную антенну провести. Ну вот, я буду здесь вечером. После работы телевизор смотреть. После работы? Угу. Маш, ну чё мы с тобой гуляем, гуляем. Кино, кафе, ну не то все это, понимаешь, не то. Не то? Не то, Маш, не то. Я, Машу, хочу с тобой больше времени проводить, понимаешь? Вот. Ай! Телевизор смотреть вместе, понимаешь? Ой, а у меня же нет телевизора. А ничего, мы купим. Мы купим. Вот завтра мы и купим. Я тебе советом помогу. Ты же в технике ничего не понимаешь? Ну, вот я тебе помогу. Ой, я вроде никого не жду. Привет. Привет. Что-то случилось? Нет. Маша, мне нужно с тобой поговорить. О чем? Ну, это долгий разговор. Можно мне зайти? Ну, ладно, ладно. Я тогда коротко. Я долго думал, и я решил, что нам нужно с тобой поговорить. Потому что, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но я не хочу тебе мешать и не хочу надоедать. Понимаешь, поэтому
Я тебя прошу, ты подумай и скажи мне. Хорошо? Нет, Маш, только ты сразу не отвечай. Я понимаю, я не красавец, не весельчак. Но ты подумай. Может быть, я тебе нужен. Ну, извини. Спокойной ночи. Машечка, а кто это был? Игорь. О чем хотел? Да так. Ой, чай, наверное, совсем остыл. Маша, не суетись. Выходи за меня замуж. Ты чего? Не согласна, что ли? Я согласна. Вот и умница. А мы не слишком быстро. Ну, а что тянуть-то? А вдруг я тебе не подойду? Ты ведь меня совсем не знаешь. Таких девушек, как ты, видно сразу. Ты одна на миллион. Ты же у меня золото. Ой, Лиза, Лиза, что ты со мной творишь? Только с тобой я способен на такие безрассудства. Я только могу вернуть тебе твой вопрос. Я не знаю, что со мной происходит. А, скажешь еще, что с тобой никогда в жизни такого не было. Ты, конечно, можешь мне не поверить. Ты знаешь, а мне почему-то очень хочется тебе верить. За что это меня Сережа полюбил? Я же не красавица какая-нибудь. Хотя глаза ничего. И а нос. Ну как можно с таким носом полюбить? А он полюбил. Потому что он хороший. Я с ним буду самая счастливая на свете.